Всем здрасте, с вами Расти. Вчера, 7 апреля, прошел подкаст Тарков ТВ с Никитой Буяновым. Долгожданный подкаст. Последний раз был месяц 4 назад, наверное. Слушайте, на самом деле, не ожидал, что подкаст будет настолько интересный. И давайте сейчас вместе с вами поговорим о всех изменениях, которые были затронуты на данном подкасте. Постараемся сделать без воды, чтобы забрать минимум вашего времени. Итак, поехали. Поговорим с вами об оружии, которое было затронуто на подкасте. Будет редизайн отдачи оружия, санта-компенсации. Ждать стоит, наверное, летом, ребятки. В убежище появится стенд для оружия, немаловажный такой элемент, прикольный. Показали новое оружие, такое как 9.91, понимаете, это конкурента Айсвала. Показали на одну секунду Бакан, нужно уточнение на самом деле, непонятно. Показали ВСК-94, это конкурент ВСС, АК-12 долгожданный. Автомат Калашникова в калибре 5.45-39. Показали винтовку АВТ-40 времен после Великой Отечественной войны. Также показали гранатомет ГЛ-40, который можно будет ставить на оружие СКАР. Как вы видите, в нашей игре он сейчас стоит здесь на специальном конштейне с пистолетной рукояткой, а так он ставится отдельно именно на СКАР. Позже будет добавлен также МП-40 автомат, это немецкий автомат Второй мировой войны для рофлеров Калан-Кита. Также будут добавлены в игру пулеметы ВКМ и РПД. Теперь давайте с вами поговорим о Тарков-арене, что было затронуто на подкасте у ней. У нас 4 локации на сегодняшний день известны: это Экватор, Аэропорт, 5-й пирс, Мельница и локации с Contract Wars. И самые локации, которые были ранее, там Маяк, Сапилка, в общем, все не будут. Ребята, которые раньше играли Contract Wars, сразу как бы улыбнутся, вспомнят былое, когда мы играли на работе, там победный перерыв, не знаю, либо во время работы. Браузерный Contract Wars, ребятки, это, конечно, прикольно, классно. Так, новые трейлеры и скриншоты с арены показали. Сейчас вам Александр покажет их. Будет киллкам на арене, будут рейтинговые матчи. Сначала на арене, потом 500 в основной Тарков. Высокий секрет серваков выделяют из преимуществ. В течение 8 месяцев нам сообщат, когда точно выйдет арена. Будет также команда зачистки на арене, показанная во втором сезоне Хроник Рыжего. Также в команде зачистки был Килла и Тагила вместе. Тоже интересно, как это будет, как они будут взаимодействовать во время боев на арене. Наверное, там кто последний там останется, чтобы ребята действовали более активно. Их, скорее всего, будут команду зачистки выпускать на полигон, они там будут, соответственно, гонять игроков, выживший победит. Это как у нас в Call of Duty, вот этот пацан с пулеметом выходит, всех прячет. В ГУЛАГе, да, в ГУЛАГе. Скорее всего, будет так же. И улучшение, ребятки. Переход на Unity 2021 запланирован в будущем, который улучшит график и оптимизацию игры, увеличится скорость загрузки и так далее. В общем, сказали то, что скоро в ближайшее время будет большой патч, где будет переход на Unity. Опять же, непонятно, это будет во время вайпа, который нас ждет в июне месяце. В общем, сказали еще, что в мае ждет большой патч. Много новых технологий будет добавлено в игру взамен попыток улучшить старые. Много разных рода улучшений и оптимизаций. Будет дальнейшее улучшение FPS на улицах Таркова. Будет визуальная переработка стекол. Она должна повысить FPS. У Никиты есть видео анимации перелазения. Оно Никите не нравится, поэтому он ее не покажет. А потом показал. Новая анимация стрельбы из укрытия. Как мы видим, стреляет человек по-сомалийски из-за укрытия. У нас эта анимация есть, старая версия, но как бы мало кто пользуется стрельбой по-сомалийски. Также будет переработан звук. Показали карту развязки, и показали зоны. В каждом магазине, в каждом коридоре своя зона. И, соответственно, люди занимаются отдельно этой зоной. Соответственно, не будет такого, как сейчас, что вы слышите на втором этаже звук в подвале. Это, конечно, полная дичь. Сказали, что исправят. Так, повторюсь, что в мае запланируем большой патч, ребятки. Большой патч запланирован на май. Так что ждем мая. Что было прочее? Показали первый эпизод второго сезона Хроник Рыжего. В будущем новый интерфейс зарядки патронов. Опять же, покажут более точно в следующих подкастах. Ждем следующие подкасты. В убежище появятся анимации. Ребятки будут, соответственно, там, варить, кушать, спать на кровати. Не знаю, или будет ли он там какать в туалете, конечно же. Как он в качалке у нас анимация аж есть? Есть. Он замечательно, соответственно, он там будет крафтить патроны, показывать, наверное, как он будет работать со станком. Что немаловажно, покажут, ребята, присед вашего вооружения в схроне. Соответственно, перед выходом в рейд у вас будет пресет оружия, броня, рюкзак,
вы все сможете делать по пресетам. Давно это ждали, наконец-таки этот входит в игру. Вам не нужно будет вам одеваться полчаса. Улучшенная информация о списке друзей. Переработали интерфейс общения с вашими друзьями. Показывают ваши достижения в арене. В основном сервере игры показывают ваш друг онлайн или офлайн. Показали также, ребята, видео, на котором видно, что контейнеры теперь будут появляться в рандомных местах. Это новая, соответственно, фича. Скорее всего, будет затронут также схроны егеря. Опять же, я предполагаю, ребята, что сумки будут менять свою позицию, контейнеры, сумки с медициной, скорее всего, будут рандомно появляться в тех или иных местах на карте. Тоже очень важное нововведение. Увеличено количество игроков до 60, включая ботов. PSG уже вовсю тестирует данную фичу. Сказали, что могут даже больше 60 сделать. Я повторюсь, ботов, игроков, челоботов на локации. Одновременно нахождение больше 60 человек. Так, по поводу читаков. За март забанили 25 читеров. Борьба продолжается. БТР такси будет, но не скоро, ибо сложно. Ждем БТР такси. Показали кастомизацию брони, которая будет не скоро и только в DLC. Нам давно обещали, что мы сможем брать чехол, к примеру, от бронежилета, либо плейт керриер, размещать туда броню, которая нам необходима, баллистические пакеты вставлять в камербанды, либо там класс брони повышать, менять в рейде броню. В общем, это пока еще не скоро, аж DLC. Показали переработанный интерфейс торговцев. Киллер фича, так сказать. Также на улицах Таркова будет новый босс, его место нахождения будет в автосалоне. Очень сильно будет переделан сам автосалон, будут добавлены точки со снайперами, с пулеметами, с минными полями. В общем, автосалон превратится в то место, куда вам захочется идти в последнюю очередь, и то, если выживете. Улица Таркова будет большой картой, такой огромной локацией. Представьте, там 60 игроков, блин, все будут бежать к этому боссу. В общем, нас ждет очень много интересного, жаркого. Также для ютубчика хотел бы сделать объявление, что у нас теперь стримы на ютубе будут каждое утро проходить вместе с стримами Че, Рова, ПК Плей. Присоединяйтесь к нам каждое утро с 7-8 часов утра. Жду вас всех в гости. Также подписывайтесь на наш Бусти канал. Обязательно там будет вся информация появляться новая, эксклюзивный контент раньше на сутки. Также вся информация была выложена в наши социальные сети, в ВК, Телегу, как всегда первыми, поэтому подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы узнавать о всех нововведениях в Таркове. Большое спасибо за просмотр данного ролика. Всем пока!